Ванда, привет! Привет, красавица! Привет, Таня! С днём рождения! Да у меня уже закончился день. Но мы тебе продлим его. Это тебе, Таня. Можно продлить? Нет. Это тебе цветы. Понюхай. Чем пахнут? Это розы. Ну чем пахнут? Розами. На клубнике. На малину, правда? Да, и на клубнике. Ну вообще обалденный вкус. Тебе дарили розы? На меня-то поснимай тоже. Тебе дарили розы? Нет, давай поцелуйте. Ну, Юрик, ну отпусти. На, я тебе. Тебе тоже подарок принес. Смотри, какой. Это Софике. Нет, это тебе. Саня, привет. А там тоже тебе, смотри. Так розы примешь, нет? А? Ну, не могу достать. Ну, зачем? Пойдем домой, дома будем доставать. Неси. Ты розы примешь подарок? Ты зачем в этой кипу не хочешь? Что? А вот здесь возьмись, вот здесь. Держи. Баба Лариса там все приготовила, не колется теперь. Только аккуратно держи, красиво. Девушка с цветами. Тебе уже второй год розы дарят, да? Я в прошлом году... Давай я подержу. Давай на ней игрушка. Давай, подержу. Как ты сегодня в детском саду? А где твой этот, как называлось, мейкап или мейкап как на лице-то? Настя, а тебя поздравляли в детском садике? Да. Настя, подожди, у тебя сейчас цветок упадет. А что тебе надо? Говорили, скажи. Вот здесь держи, вот здесь. Хоровод водили с песнями? Ух ты, розы классные, слушай. Ну что, как тебе твой день рождения? Понравился? А что-то она красненькая такая. Я вчера у нее розы было накрашено, мы так воду еще три протерли, мы думали, все. Ой, смотрите, скорая помощь. Кого-то спасают, да? Да. Аня, фотает? Давай. С ней, с Настей. Что у нас нет, ну фото. Как она красиво все Настя делает. Настя украшает торт. Да, чтобы нас угостить. Нюха. Будет угощать бабушку Ларису с Софией, папу и своего деда. Привет. Привет. Ну что, можно уже разрезать? Нет. Еще нет? Подожди чуть-чуть. Что лежит в кармане? София тоже хочет. Настя, не трогай. Тихо, маленький. А что, она распахла? Ну и сколько? А потом возьмем кусочки. О, Господи. Хорошо, что в таком возрасте детей не рожают. Как у тебя? Да. Ну, некоторые рожают. Дураки какие-то. Почему дураки? Ему 50... Ой, 58, да? Кто-то безопасник. И все. У него дочки 14, по-моему. Все, пап. Все, папа.